Здравствуйте, Александр Рыгун. У меня есть лицензия! Есть! Ты ж видел. Иди нафиг, это моя бедная! Туалет, ты в городе! Я убегаю из жопы. Сад будет с космос. Алексей Рыгун, Скибиди РП. Модельку можно выбрать. Я буду в куртке красивой. Куда меня только жизнь не засовывала. Погружаемся в туалеты. Нас встречают туалеты. Хорошо у вас все, мужчина? У меня знакомство, пропуск есть. Хочу забрать. Мне сказали вас обнимать. Иди сюда, мужик. Какой-то ты некрасивый. Но у него что-то с ртом. Он меня туалетили. А надо бояться этих туалетов? Да, они взрываются. А когда какаешь на них, это ультимейт? Я хочу открыть кейс какой-то лютый. 5 часов. Первые 5 часов на этом сервере. Поздравляю. Спасибо, теперь я настоящий туалет. Поздравляю. Мы, конечно, туалетов убиваем. Я пойду. А чё? А мне можно? Я хочу здесь быть. Ты улетел. А мне посрать, знаешь, как бы. Там Дора выступает. Где вы такое все увидите? Туалеты нападают, реально. Я тебя подниму. А как тебя поднять? А спасибо. Поднимайте мужиков. Я становлюсь ближе к твоей попке. Давайте сзади туалетов обойдем и смоем их. Ой, это что за... Ой, ё-моё, мужчина. Я взорвался. Меня большой мужик телевизионный убил. Ты куда смываешь-то туалет? Ты где? Я вижу тебя. Не спрячешься. Ну и что, что ты пукнул? Ой, да вы это, с Франции? А меня забрать? Возьмите меня к себе. Ух ты, вот это круто у вас тут. Это какой-то... А, это диктатор? А, вот типа главный здесь, да, какой-то? Паркур. Ай. Не надо больше так паркурить. Дайте таблетку, мне плохо. Желательно слабительного, чтобы я в туалет сходил. Спасибо. А что туалет здесь делать? Мы его приручили. Но мне мужчина, помогите. 159 рублей. Бэмс, баланс 3000. Как вам такое? Бабочки закинули? 50 тысяч денег. А можно на карту мне это? Все. 75 тысяч. Не может быть. А что на деньги здесь покупать можно? Слышишь, Базукич? Не прыгай, ты еще молод. Он был один из тех, кто просто любит жизнь. Так, а я при чем здесь? Почему в моей жопе это патроны? Я извиняюсь, пуля косая просто. У меня есть лицензия! Есть! Я тебе не верю. День, можете играть спокойно, я уже убил этого преступника. Хорошо, ну у него там попугайчик был, он добрый вроде. Внешность бывает обманчивая, запомните, сэр. Согласен, вы тоже так себе выглядите. Да слушай, да пошел ты в жопу! Попугайчик, беги! Повара жахнули, там повар, там... Здравствуйте, Александр Рыгун. Здравствуйте. Я стал туалетом. Странно, да? Не надо, не пой, не надо. А, мы типа атаковать должны, и все, да? Ну-ка, я сейчас покажу, кто здесь профессиональный туалет. Да, я туалет. Я здесь туалет. Самый главный туалет. Ай, больно, не надо. Что-то доп-доп, ес-ес меня устроили. А если запаркурить туда, к ним? Да, туда его. Туда его. Мы напали на этот город. Туалеты в городе. Напиши комментарий, как ты относишься к туалетам. Нравятся они тебе, не нравятся? Так, у меня есть калаш теперь. Ай, меня снайпнули в полете! Вот это туалетный движ уж, конечно, тут. Ты не знал, как провести классное время одному или с друзьями? Юреф IM. Проект серверов, который позволит тебе найти то, что тебе нужно по твоему вкусу. От поиска всякой гадюки в SCP до Мишки, Фредди или даже Скибиди туалетов. Все, что тебе нужно, это нажать кнопку подключиться. И здесь краткая инструкция, как тебе это сделать. Когда ты зайдешь на проект, для тебя есть халява. Заходи в менюшку донат, нажимай на ввести промокод, и промокод LAMBA даст тебе бесплатный кейсик для хорошего старта. Играй на этом прекрасном проекте, и возможно мы с тобой встретимся. Ссылочка в описании. Я не встречаюсь с мужчинами. Но это такая, но это не со мной будет. Здравствуйте! Я понял. Взяли в какую-то команду и забили болт какашка на меня, ладно? Реально? Я упаду. Ты какашка? Какашки не падают. Я сейчас упаду, здорово. О, это ты главный, да, какой-то?
вообще. Алексей Рыгун, набить. Я убегаю из жопы. Полезу вон до туда, и буду там жить. Ну, живи там. Только не какай вниз, пожалуйста. Ну, буду. Опа, чё продаем? Да, здравствуйте. Что? Оружие. Давай мне что-нибудь. Я с пулеметом пошел. Мужики, let's go, у меня пулемет. Я на пулемете, конечно. Я упал. Ты тоже упал? Тоже. Вот это мы мужики, конечно. Покупаем. Все для винтовочки. Сибиристы, самые хорошие ребята. Та-та. Ладно. Допустим. Полицейского участка к начальнику полиции, у кого есть оружие. Все. Все полезны. Мужик, а ты общаешься, да, что ли? Да. А ты можешь всеми пятью голосами общаться, как твой телевизор? Скибиди снайпер. Let's go. У меня туалет, кстати, симпатичный. Ух ты, экспресс-дристание существует, окей. Там тусовка туалетная, хочу к ним. У вас тусовка здесь, пацаны? Каково вообще быть туалетом? Все время чморят. За что? Ну ты ржавый просто, видишь? Туда его! Оно убивает вообще, нет? Солнышко упало. Я пукнул, пацаны! Ух ты! Сияние какое-то! Так, я преступник. И грабить надо или что? Их убить надо, они у меня оружие своровали. Тебе бесплатно миниган надо. Око за око, зуб за зуб. Залетаем. Они испарились. Тут нет никого. Миниган отменяется. Автомобиль, я тоже хочу. Рыгун. Хе-хе, сам такой. А, туалет! Туалет! За мной туалет! Хорош! Туда его! Ай, загрыз меня! Это моя дверь! Он у меня дверь украл! У того мужика моя дверь! Отдай дверь! А докажи, что она твоя! У меня там пятно от кипченеза! Все! Это говно! Отдай! Ой, что такое в жизни? Я хочу дверь, дайте дверь! Это моя дверь! Это моя дверь! Виу! Моя дверь! Я ее ем! Давай, передавай мне сюда ее! Так, я здесь ее подожду просто. Нет, воду! Это развлечение, конечно. Художественный фильм «Спи». Я забрал дверь. Я все, моя дверь. Моя дверь. Это моя дверь. Иди нафиг, это моя дверь. Домой кому-нибудь занесу сейчас ее. Халявная дверь. Зажать, чтобы арендовать. Мое. Алексей Рыгун. Все, пошел скибиди туалетов бахать. Сейчас будет скибиди, yes, yes. Вон туалет. Вперед, мои братья! Это тот самый контрнаступ? Че, он танцует? Давай! Минус один. Вот это мы мощные, слышите? Завоевываем туалеты! Мы наконец-то сможем покакать! О, нет, я упал. Нормальная актерская игра? Я иду на Вау, это красивый. Мужик, не прыгай, пожалуйста. Можете меня запрыгнуть? Не прыгай. Толкните меня, пожалуйста. Не прыгай. Толкните. Я прошу тебя. Толкните меня, пожалуйста. На, лети. О, вы богатые, крутите рулетку. Здравствуйте. Я скибидист. Ну да. Тоже, ты поддерживаешь скибиди туалеты, друг? Ну, они меня поддерживают, когда я какаю. И чем ты сейчас занимаешься? Я не знаю, скибиди туалетов убиваю. Мы с пиков загасим туалетов. Звучит очень странно. Ничего, нормально звучит. По утрам я гашу каждый день туалеты. Да, я тоже утром просыпаюсь, сразу в туалет бегу гасить. Я буду влажным.
Кто ребенку наступил на хвост? Убивать, они же добрые, они добрые, зачем их убивать? Да, не ласково входят. Че, в мусорках шарите, что ли? Нет. В мусорке шаришь, что ли? Извините, вы как эти здесь? Я смотрел, как человек летает. А, ну это обычное дело, не обращайте внимания. В итоге он со стеклом пошел куда-то. Стекло забыл. Круто было. А, просто когда полетел, забыл стекло. Да, ну я возьму тогда. А вы хотите взлетать с костными? Хочется, да. Хорошо. Мы сейчас полетим с тобой, малыш. Садитесь. Я сел, давай. Нет, подождите. Будет космос или нет? Что-то вы обманываете насчет космоса, мужчины. Сад будет с космос. Садись давай. Ну, нормально. Летим. Я сижу. Летим. Ну, сядь. Да сижу я. Говно на палочке. Спасибо. Все, до свидания. Там кто-то что-то взрывает. Нападение. Минус туалетик.